Кто-нибудь ответьте на вопрос, что такое, это ящер в деревне, что ли? Санэпидстанция приехала? Нет, это не санэпидстанция, это комиссия приехала по выборам из Гарина, комиссия а там мы приехала на дом по голосованию. Это что такое голосование, что ли? А что так оделись? Так положено. Так положено, форма у нас такая. Это что, маска сварщика или что у вас? Здрасте. Это что, это ветврачи приехали? Прям. Голосуем, голосуем. Это так голосует? Да. Это да. И что? По домам, ну. По домам ходят? Ну и что, как вы проголосовали, за или против? А там не знаю, за кого. Там нет их. Нет и да? Короче говоря, мы нет, не да, и нет и да. Вы не знаете? Короче говоря, да. Мы знаем, за кого голосуют. Но ни по домам не, да, не ходили, ни фамилии, ничего там ничего нету. Не объяснили, ничего. Да. Едут сейчас, как на трамбам. Очень тяжело жить. Вот. Очень, очень. И вот они придумали, сейчас чтобы... я говорю, детям дают по 10. Хоть бы нам бы на дров дали бы, на тележку. Господи, ну что это пенсия это? Мне, например, не хватает пенсии.